25 июня состоялось второе заседание Центральной избирательной комиссии Гагаузии. Вопросы, обсуждаемые на заседании, касались организационных моментов. Также велись обсуждения по поводу формирования избирательных органов в населенных пунктах. В связи с прохождением этих выборов, проведением необходимо нам утвердить не менее чем 35 избирательных округов. Следовательно, будет 35 окружных советов. Да, где-то они будут совмещены с функциями избирательного бюро. Избирательные округа и избирательный совет должны быть сформированы не позднее, чем за 50 дней до дня выборов. То есть это соответствует с нашим будущим календарным планом. В свою очередь членам комиссии предполагалось обсудить формы подписных листов. Сегодня были очерчены приблизительные формуляры. На следующем заседании они будут утверждены. Подписные листы можно будет получать не ранее, чем 9 июля. Потому что это начало дня регистрации. То есть мы их будем выдавать в соответствии с тем регламентом, тем графиком, который утвердим на заседании Центральной избирательной комиссии. И заканчивается процедура регистрации и подписные листы, сбор подписных листов не позднее, чем за 30 дней до начала выборов. То есть максимальная дата – это 9 августа. Кроме журналистов, на заседании присутствовала неправительственная организация «Пилигрим Демо», которая будет мониторизировать работу ЦИКа и выборов на протяжении всего избирательного процесса. У нас уже есть предыдущий опыт с 2010 года. Мы наблюдали за тем, как проходили выборы Башкана Гагаузии от начала до конца. В рамках этого процесса мы наблюдаем за тем, как администрируются выборы, работают избирательных органов, за тем, как освещаются выборы средствами массовой информации, за тем, как финансируются избирательные кампании кандидатов на выборные должности, за тем, как будут проходить непосредственно дни голосования и за тем, как будут разрешаться избирательные споры. По предварительным данным, следующее заседание Центральной избирательной комиссии будет проведено во вторник, 26 июня.